Спортивную форму показали и участники спартакиады среди первичек Казанского отделения партии «Единой России». Болельщикам пришлось нелегко. Матч порадовал острыми моментами. За воплощением программы «Пятилетка здоровья» на поле одного из спорткомплексов наблюдали наши корреспонденты. Виталий Сидоров работает на вертолетном заводе. Говорит, на спорт не хватало ни времени, ни сил, но, узнав о турнире, решил. В честь родного предприятия на футбольном поле отстоять обязан. Собрал команду из коллег. После каждой смены ходили тренироваться в спортзал. Благо, идти недалеко. Площадка прямо на территории завода. Победив в отборочном туре, попали в финал. Мы приехали побеждать. Мы всегда едем, кто побеждает. Нам кого сказал, без победы возвращайтесь. Так что мы и приехали побеждать. И хотя стать победителями им не удалось, ребята уверены, старт получился хорошим. Они получили отличный опыт. Всего же в финал попали 8 команд. Первое место заняли представители Московского района. На втором и третьем местах расположились футбольные дружины из Советского и Кировского районов. Проводим финальные соревнования в рамках спартакиады первичных партийных организаций города Казани. Спартакиада организована по реализации программы «Пятилетка здоровья». Показать отличные результаты можно было не только на футбольном поле. Состязались и в волейболе, настольном теннисе, легкой атлетике и шахматах. Лилия Галимова, Роман Шапшинский, Равкат Зиятдинов, Вести, Татарстан.